Мы пошли с Лешей на корпоратив, но там все такие вредные. Сказали, чтобы я их не снимала. Так что все, что вот уж там смогу, может какое блюдо смогу заснять, не знаю. Ну, в общем, такая блондинка. Украшение, видите? Вот украшение у меня. Коко Шанель. Ой, так я счастлива, как я давно на празднике не была. Ты моя Рейна. Жизнь вернулась. Леша, ты еще мне авто Судемар должен свозить. Еще куда-нибудь. А куда хочешь, моя красавица. Еще раз, сейчас мы не работаем. Уже Коста Браво открыли. Можно по Коста Браво-то ездить или нет? Да, можем даже поехать в этот. На Ингу, я с удовольствием поехал по дешевле. Горы? Да куда будем далеко? Это нормально. 40 километров. 40-50 километров. Очень долго. Вот здесь у нас этот армянский ресторан. Там очень вкусно и недорого. Мы тут с Мариной и решили туда сходить когда-нибудь. Я что-то... Ладно, не буду. Я вот это видел. Это каштаны его. Каштаны цветут. Как так. Я люблю ходить со своей женой на праздники, потому что у меня жена такая красивая, что просто обалдеть. Из-за этого я в нее влюбился. Только из-за этого? А что, когда я стану некрасивая, все что ли? Нет, я тебя всегда любил. Но я вчера смотрел видосы про свадьбы, там про всякие, ну, приложение руки и сердца. На какое все-таки не надо два раза, потому что это жутко дорогое удовольствие. Свадьба-то? Да, я два раза не хочу, я даже не карю. Да, свадьба очень дорого, и нафиг это не Если тем более у меня третья была свадьба. Ужас. Третья, зато счастливая и последняя. Надо было показать вам, каких я босоножечках пошла. Такой тут туалетик с бабочками. Смотрите, какие бабочки. По-русски тут написано, видите как? Какой тут туалетик. ¿Esto con el teléfono? Vale. ¿Tú sabes lo que supone ir con el consumidor? Tres días levantarte a las 4 de la mañana. ¿Y a ti qué te importa? Знаете, мне сейчас сказали, что я стала похожа на Ирину Мирошниченко. Представляете, на Ирину Мирошниченко. Может, такая толстая сейчас? Вот так
замечательная Ирина Мирошниченко. Я говорю, да. Вот так стоят автобусы. Все стоят. Кто бы мог подумать, что в самом разгар сезона будут все автобусы туристические стоять. Вон там Лаэтана написано. Это Эстасио Бланес. И вон там дальше все стоят. Все стоят на приколе. Воски. Или воски, лес. Или автобус. Автобус. Или автобус. Или гарахе. Вот это гараж. Или гарахе. Вот она, Лаэтана. Видите, там у них эта мастерская. Эль Талер. Там ремонтируется сразу же, если автобус сломался. Видите, все закрыто. Все закрыто. Как печально. А это у них здесь газолина. То есть они заправляются здесь сразу же. Видите, все предусмотрено. И заправка есть где, и мастерская, все есть. И Пужоль называется. Пужоль. Слава Богу, салон открылся. Господи, слава Богу. Я вообще рада, что у них все в порядке.